Итак, это далеко не первый ваш визит в Москву. Да, мы тут пытались подсчитать. Где-то 8 раз мы уже здесь были. А вы помните ваш первый визит? Я помню наш первый визит. Наверное, это был 98-й год. Мы играли в Санкт-Петербурге. Мы только создали группу в 94-м, так что мы были молодой группой. Мы тогда произвели обмен группами. Одна группа из России приезжала в Финляндию давать концерт. А вы помните название группы из России? Spitfire была одна из них. Spitfire? И они играли в очень маленьком клубе, где-то на 200 человек, может, даже на 100 человек. А мы потом приехали играть туда же, в какой-то подвальный клуб. Я помню, тот клуб был очень крутой, очень андеграундный. То есть там уже больше не круто. Сейчас все по-другому. Тогда мы ощущали себя такими путешественниками, бэкпекерами. Больше хотели изучить и увидеть мир, а сейчас мы останавливаемся в прекрасных отелях. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».